Итак, класс спорт. Уважаемые зрители, судьи, мы начинаем заезд. Это финальный заезд в этом классе, у них всего два заезда. И потом, после незначительного перерыва, шлифования трассы, заливки льда, как бы сказали, на хоккее, мы проведем третью серию заездов. Юниоры и взрослые снова отправятся штурмовать 1446 метров Вятской Швейцарии в селе Петропавловское. Класс спорт. Владимир Караченцев, Никита Богомолов, Дмитрий Широков, наш Александр Шишегов, Николай Красников и Николай Грачев. Два Николая. 958 и 117 номер, соответственно, Тюмень и Башкортостан. Смотрим на старте, кто из них вырвется в лидеры. Третья, по-моему, третья позиция на старте была у этого спортсмена. И в лидерах 117 номер Николай Красников. Что, в общем-то, закономерно. Самый опытный мастер спорта по ледовому спидвею. Ледовый спидвей дает возможность научиться человеку правильно проходить виражи. Ведь если вы смотрели, как, на каком градусе уклона проходят виражи на ледовом спидвее, буквально цепляясь коленкой за лед при таком наклоне под 45 и более градусов, где законы физики, казалось бы, могут просто человека сравнять со льдом, они как-то держатся, не слетают с трассы благодаря шипам. Более 100 шипов на каждом колесе спидвейного мотоцикла. А вот в снегоходе в данном случае шипы не нужны. Это не трек, это кросс. А это Грачев, мастер спорта по кроссу, обходит мастера спорта по спидвею Красникова Николая из Республики Башкортостан. Так и хотелось сказать Николаю Красникову. Рахим Этегиз, добро пожаловать. Рахмет, спасибо, что наконец-то добрались и до Кукарки. А то все Вятские поляны, да Вятские поляны. Возможно, не зря я сейчас сказал Рахмет Красникову Николаю. Спасибо за великолепный старт и борьбу, которая сейчас предстоит за вторую и третью строчку. Потому что лидера Николая Грачева и идущего следом Николая Красникова отделяет всего 2,5 десятых секунды. Вот это может 25 сотых секунды, можно так говорить. 20, это самое... Маленькие, самые маленькие результаты. 25 сотых секунды. О чем это говорит? О том, что борьба предстоит? Даже не 3, 25 сотых секунды. Отделяет лидера от идущего следом. Девять с половиной минут участникам для выяснения отношений в классе спорт. Про Полярис я больше рассказывать принципиально не буду, потому что мы не видим пока результата краснобоких американцев. Зато мы видим безоговорочное лидерство производителя BRP, концерн Бомбардье. Канадский производитель. Не секрет, что в каждой второй канадской семье есть снегоход. Не знаю, зачем они его держат. Может быть, чтобы ездить к эскимосам в гости на Аляску. А там ведь, говорят, всего 4 километра по Берингову проливу, и можно в Россию наведаться. Кто плавал, тот знает. В России, к сожалению, статистика не до такой степени. Но в больших городах, миллионниках, особенно в северной части, Петербург, Ярославль, Сыктывкар, Ухта, Воркута. Снегоходы, когда надо как-то выйти из дома. Особенно если дверь уже завалила, а окно еще можно открыть или форточку хотя бы. Снегоходы незаменимы в этой ситуации. Вот если бы сейчас на Полярисе посадить чемпиона мира. Нет, не будем садить, потому что в прошлый раз он увез из России 30 тысяч евро. Хватит, пока хватит.
хватит кормить американцев. Ведь есть еще финны, они получили чек на меньшую сумму. И наверняка истратили тут же в России. Я говорю про второе и третье место, финны и шведы. На чемпионате мира, который проводился в Семигорье, вручались чеки за первое, второе и третье место, соответственно, 30, 20 и 10 тысяч евро. А это цена нового снегохода. Есть за что бороться. Есть с кем бороться. Сейчас по-прежнему Николай Красников держится в двух секундах от лидера, от Николая Грачева. Хорошо стартовал. Мастерства не хватает на прохождении кроссовой трассы чемпиону ледового спидвея. Но тем не менее держится, и по времени прохождения мы сейчас сможем это увидеть. Минута 44 Грачев Николай и минута 46. Ну вот видите, да, 2 секунды Николай Красников держится в пуле. Держится пулей, я бы даже сказал. Никита Богомолов минута 45 нагоняет сейчас. Возможно, даже обгонит и Красникова. Дмитрий Широков на четвертой позиции. Владимир Караченцев, пятая строчка. И Александр Шишегов, шестая позиция. Что, в общем-то, закономерно для новичка в этой группе. Фамилия, во всяком случае, мне не знакома. Класс спорт сейчас представлен всего лишь 6 участниками. Это говорит о чем? О том, что кто-то не приехал ввиду параллельности соревнований в городе Кирове сейчас в формате кантри-кросса. Соревнования по пересеченной местности проходят среди любителей на фестивале нашествия снегоходов. Сегодня вся дружная компания, все 2 автобуса и минивены отправятся в Киров для того, чтобы уже завтра на нашествии снегоходов выступить в формате соревнований по короткому кроссу, по спринт-кроссу на трассе в районе Подгорянка-Шихова, автодром, автошкола Подгорянка-Шихова. Чуть не упал сейчас, да, мы видели, на левую лыжу приземлялся Николай Грачев. При этом он потерял скорость и показал минуту 44 прохождение круга. При этом Николай Красников добавил чуть-чуть, а вот Никита Богомолов на 2 секунды сбавил свое время прохождения круга, значит, решил пока не рисковать. Еще 4 минуты зачетное время на трассе. Будет шанс, а может быть, просто надеяться по-хитрому, так по-честному, по-мужски надеяться на падение или досадное недоразумение техники кого-то из предшествующих себе на трассе спортсменов. Возможно, и такое в классе спорт. А вот судя по этому рыку, наверное, все-таки Полярис у нас 4-тактный идет. Я боюсь соврать. Хотя нет, соврать я не боюсь. Я просто скажу, что 4-тактные моторы, они более низким тоном обладают. Если вы слушаете 2-тактник, он жужжит, как мотороллер, то 4-тактный мотор рычит, как КамАЗ. Для сравнения, так сказать, параллель проведем 2-тактник и 4-тактник. При этом 2-тактники легче, а в среднем я могу сказать, что до 50 кг может доходить разница 2-тактного и 4-тактного мотора. 4-тактник мощнее и на прямой линии на трассе эндуро или просто на загородной прогулке он дает все преимущества, можно разогнаться безбашенно. 2-тактник легче в прыжках, и на кроссе подходит он идеально, как линкс у Николая Грачева. Николай Красников, 3 секунды на времени круга, сдал целую секунду. А 3 секунды в снегоходном спорте — уже надо задуматься, что делать дальше.
Потому что 3 секунды это считает целый трамплин. Сложно обогнать 3 секунды, особенно если участник уже уехал вперед. Некого обгонять просто становится. Вот и все. Все просто. Такие 2:40. Совсем мало времени осталось по времени прохождения круга. Примерно 2 круга плюс еще 2 по лидеру. Давайте мы поприветствуем Александра Шишегова. Все-таки это, пожалуй, самый красивый участник. Тем более, что мы видим, что он заявился собственноручно. Он записывает все на регистратор. У него на голове установлен видеорегистратор. Возможно, он записывает это для того, чтобы потом предъявить, куда следует. А может быть, просто для домашнего просмотра. Вообще, по статистике, все видеокассеты и CD-диски, которые записаны вами в качестве семейного видео, обычно лежат в шкафу несколько десятков лет, и их никто не смотрит. И это действительно факт. Несмотря на это, компании и производители видеокамер делают миллионы на продаже различных гаджетов. Николай Грачев. Минута 46. Николай Красников. Также минута 46. Никита Богомолов. Минута 48. Ну что? Или Грачев чуть-чуть сдал, или Красников решил побороться. Последний круг сейчас до окончания зачетного времени. Минута осталась участникам в зачетном времени, в 12-минутном интервале, плюс 2 круга. Возможно, произойдет борьба, и поэтому мы сейчас обратим особое внимание на этих двух спортсменов, непримиримых, Грачева и Красникова, Тюмени и Уфа, соответственно. Немногие знают, что все нефтяники из Уфы уже давно переехали в Тюмень. Но остались спортсмены. А значит, нефтяникам Тюмени, когда они приезжают домой в Уфу, есть на что посмотреть. Александр Шишегов на красном Полярисе в очередной раз радует глаз, но не радует нас результат. Минута 57, 11 секунд отстает от лидера Шишегов Александр, а лидер по-прежнему Грачев. Все, судья взял в руки двоечку, сейчас покажет эту цифру тому, кто будет лидером. 2 круга остается Николаю Красникову на то, чтобы выиграть эту секунду и, возможно, атаковать. Вот как раз ждем мы 117 и 958 снегоход. Башкортостан. Земля поющих родников, как ее называют, особенно там, где нет нефти. Башкортостан делится на две равные части, разделяемые рекой Белой, такой же приток Камы, так же как Вятка, только с юга. Вот на западе, ближе к Татарстану, в нефтяные районы, такие как Туймазы, Октябрьский, там не развивается спорт высоких достижений, а вот Уфа, столица Эфе Коласы, Ямридель Булянда, что в переводе с башкирского Уфа — город мой, мы навек с тобой одной судьбой. Земфира когда-то написала у себя в тетрадке в начальной школе. Эфе Коласы, Уфа — город мой. Развивается очень активно мотоспорт. Вот сейчас Николай Красников сел на снегоход благодаря центру имени Кадырова. Ну что греха таить. В Уфе находится и филиал, эвакуированный в годы Великой Отечественной войны, Ярославского моторного завода. Двигатели ЯМЗ, многие вот знают эти двигатели, Ярославского моторного завода, иногда производятся и под названием УЗАМ, Уфимский завод авиамоторов, тогда он назывался. Николай Грачев, минута 47. Николай Красников, минута 46, но это время прохождения круга, посмотрим. Вот сейчас время
у Красникова Николая. Минута 50. Все, 3 секунды. И в общем-то, шансов практически нет. Николай Грачев – лидер этого заезда. Николай Красников на второй позиции. Отстающий по времени круга на целых уже 3 секунды. Остальных товарищей мы перечислим, когда они доедут до финиша. Ну а стабильно завершающий пелетон участников класса спорт Александр Шишегов, представитель города Кирова на красном Полярисе. Самые лучшие фото сегодня будут сделаны, пожалуй, именно его группой поддержки. Потому что ярко и разнообразно одет участник. Красный снегоход, зеленый пуховик, фисташковые брюки и желтый шлем. Интересно, кто дизайнер одежды, вот кто так выбирал? Дизайнеру привет. Итак, внимание, уважаемые участники зрительской команды. Просьба поприветствовать на финише победителя второго заезда и победителя, соответственно, одновременно и этапа, второго этапа. В очередной раз Николай Грачев привез победу сборной команды Тюменской области. И финишировал первым. Николай Грачев. Минута 48. Его время прохождения последнего круга. Здесь ранее начинали они минута 40, то есть чуть-чуть убавили. А Николай Красников уступил секунду с лишним. Александр Шишегов съехал с трассы. Думал, что это ему махали, а махали не ему. В общем, придется, наверное, все-таки регламент почитать. Александр Шишегов подумал, что это ему флаг черно-белого цвета. Думал, что он победил. Он, в общем-то, съехал с трассы, обрадовался. Молодцом. Спасибо, уважаемые участники, класс спорт, в скобках любители. Но именно благодаря вам мы видим, нам есть с чем сравнивать заезды в следующих классах. Технический перерыв на утрамбовку трассы, на наполнение желудков, на освобождение других частей, если они у вас уже требуют этого. У нас подготовлены соответствующие места –